значит, смотрите. Момент, как начали делать, допустим, одну часть, мы взяли, что сделали, так или иначе, чуть показали процесс, как процесс этот весь вообще происходит. После того, как так или иначе мы вырезали, фактически ничего не шкурилось, взялась горелка, и таким образом мы взяли, подтонировали. Следовательно, после данной тонировочки можно использовать однозначно эту наждачку и слегка оттенить. То есть оттенение придаст еще такой вид, легкие шероховатости и прочее. Ну, то есть будет оригинально и прикольно смотреться. Использовали горелку, то есть ясно. По инструменталке что использовались? Использовались отлоги и стамески, использовались уголок. 2, получается, 90, 45 градусов. Ну а так в целом симпатично. Значит, для тех, кто будет задавать, те подписчики, которые являются старыми, у нас, кто уже давно подписан на канал, знает прекрасно, какой инструменталкой мы пользуемся. Для тех, кто не знает, все-таки озвучиваем, значит, компания Stray, наши прямые партнеры, компания Oscar, тоже прямые наши партнеры, но, соответственно, линейка IU, которая так или иначе, то есть три позиции инструменталки. Фактически под изготовление можно, в принципе, использовать здесь 2-3 стамески. Но как человек я люблю, то есть, поработать разными, фактически еще попробовать то или иное. Я использую разносторонний спектр инструмента. Прошу быть не строгими. Вот так вот у нас вышел Иисус Христос. Так что, ребята, кому-то, думаю, будет в пригоде. Ну а дальше более детально мы затронем моменты, уже поэтапные пошаговые моменты Иисуса Христа специально отложил. Пройдем, я думаю, в следующую фазу. Это оформление специально отложил. Поэтапно пошаговости оформления Иисуса Христа, то есть боковое обрамление. Думаю, будет интересно. Если все-таки руки мне дойдут, то используем, то есть, накладочное положение путем наклеивания. Примерно так. Ну что дальше? Дальше переходим в фазу, это оформление филенки. Ну и дальше оформим вот такой вот специально под вазон. Так что материала хватает. Ну и там куча всего, и двери, и прочее. Но тоже об этом дальше. Все, смотрите наш канал, подписывайтесь, не будьте строгими. Ставьте лайки, дизлайки не надо. Получается, в следующем месяце выставка международная во Львове, 21-я. Для всех желающих, кто хочет принять с нами участие, созванивайтесь с нами, выходите с нами на контакт. Напоминаю. Все, всем пока-пока, хранит вас всех Бог.